краю был холодильник забит, сейчас как бы, когда пришла, только на дне мороженое было. Придя на смену в 8 утра, Валерия Жилкина сразу заметила, морозильная камера наполовину пуста, пропало почти полсотни пачек мороженого. Потом смотрю, замок как бы сломан. Пошла к охраннику, посмотрела видеокамеру, увидела этих подростков, опознала их. На записях, сделанных камерами наружного видеонаблюдения, продавец сразу узнала местных школьников. В первом часу ночи ребята взломали замки и вытащили из морозильника холодное лакомство. Как они это сделали? Просто даже не открывали верхнюю крышку холодильника. Просунули отсюда руку, потом сдернули холодильник, открыли. И забрали мороженое, пришли с портфелем. В этот же день сотрудники по делам несовершеннолетних задержали юных сладкоежек. Однако изымать у задержанных было нечего. Школьники уже успели полакомиться мороженым. Похищенный ущерб владелица точки оценила в 2300 рублей. Данные кражи совершили трое несовершеннолетних детей. Одному из них до 14 лет, двоим 14 лет. По данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть тайное хищение. После случившегося предприниматели решили установить на морозильные камеры два больших надежных замка. Эти замки точно не сломают и никто не украдет ничего. Лина Сидорова, Петр Греков, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.